Я заметила, что любителей выпечки с сыром не так уж и мало. Давайте приготовим очень вкусную и ароматную лепешку к завтраку. Начинать утро нужно правильно, а именно вкусно. В миску выкладываем 300 грамм творога. Добавляем 2 яйца, 1 столовую ложку сахара и 1 третью чайной ложки соли. Все перемешиваем. Добавляем 4 столовые ложки растительного масла без запаха. Снова перемешиваем. Всыпаем 2 столовые ложки муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем. Остальную муку всыпаем постепенно, каждый раз перемешивая. Замешиваем мягкое тесто. Из теста катаем колбаску и делим ее на 8 частей. Каждый кусочек теста нужно раскатать и придать ему овальную форму. Выкладываем лепешки на пергамент на противень. К желтку добавляем 1 столовую ложку молока, перемешиваем и смазываем лепешки. Сверху посыпаем сыром. Ставим в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 20-25 минут. Готовым лепешкам даем немного остыть и пробуем. Мягкое и нежное тесто в сочетании с сыром – это что-то. Такие лепешки удобно взять с собой на пикник и в дальнюю дорогу, и на работу, и неожиданных гостей накормить. Советую приготовить. Приятного аппетита!